Ну, на этом комитете мы обсуждали реализацию национальных проектов, которые на территории региона реализуют. Кроме этого, достигнута договоренность с сенаторами о том, что мы будем строить новый комплекс на 150 мест. Это корпус психоневрологического интерната. Поэтому на сегодняшний день мы для себя поставили ряд серьезных задач. И за 2019 год мы должны привязать проект, получить государственную экспертизу и направить документы на федеральную инвестиционную программу адресную для того, чтобы в последующем получить положительное заключение по заявочке и начать строительство в 2021 году этого центра. Кроме этого, еще сенаторы поддержали нас по вопросу реализации проекта активного долголетия на территории региона, и было принято решение о проведении всероссийского фестиваля скандинавской, или как его называют, северной ходьбы, для того, чтобы мы как можно больше привлекли граждан и региона, граждан соседних субъектов и граждан России заниматься здоровым образом жизни.